У нас очередная победа. Разбор мы ситуации выкладывали. Видео можете ознакомиться с 264-я статья, часть 4. Человека осудили в колонии общего режима. По приговору было куча нарушений. Были основания для отмены приговора. После подачи нами жалобы прокурор написал апелляционное представление, что приговор вообще отменили. В итоге сегодня нам известно, что поменяли режим на колонию поселения, срок наказания снизили, решение мы не получили, нас в суд не допустили в апелляционный на видеоконференц-связь. Чтобы вы понимали, такое бывает очень редко, но тем не менее суд без каких-либо оснований, не указывая какие-то нормы, которые запрещают или не позволяют, может отказать. Это нарушение прав осужденного на защиту, когда человеку навязывают отказаться от адвоката по соглашению, когда у человека нет возможности оплатить командировку защитника, при этом он просит привлечь этого защитника сам по видеоконференц-связи, защитник сам пишет ходатайство об этом, суд немотивированно отказывает. Не раз мы отменяли такие постановления, апелляционные, кассационные, по УДО. Сейчас будем смотреть и писать кассационные жалобы, скорее всего будем, потому что, как нам известно, не по всем пунктам была она удовлетворена, и у нас продолжение истории.